Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале Божени Томская область. Скоро на днях исполнится месяц нашим щенкам. Они практически уже готовы к продаже. Кормим их кашей. Там и геркулесовой, и ячневой. Молоко даем коровье. Вот чашка. Вот они, сегодня будка, они там ночуют. Сейчас там собака сидит на руоне. Мы туда поднесем и покажем, как она их. Так, все, иди туда. Так, ну-ка, козявка, пошли. Пошли, сфотографируемся. Вот такие вот растут у нас хомячки. Но из этих хомячков скоро... Останешься без молока. Чё, не досталось места? Да ё-моё. Понаглее надо быть. Ну, погладь его и говори примерный вес. 5 килограмм. Нормально, для месячного щенка это нормально. Вот это спокойней. Четыре триста.